все уже понимают, что энергии влияют на нашу жизнь. Это раньше там приливы-отливы, взрывы где-то на солнце какие-то влияют на наше здоровье, на поведение. Сейчас мир идет в ту сторону, что все уже кожей чувствуют, что есть энергетика. Есть люди, с которыми охота общаться, а есть люди, а ты думаешь, блин, когда этот разговор закончится. Еще возьмем так за основу, что все, что с тобой происходит, все, что вокруг, это все энергия. Есть разные формы, есть статическая энергия, динамическая энергия, но это все энергии. Вторая основа будет то, что какую энергию ты выберешь, негативную или позитивную. Потому что можно питаться даже негативной энергией, то есть ты можешь питаться чужой агрессией, завистью, восхищением там, и так далее. И можешь питаться позитивной энергией. Это любовь, это благодарность, это две энергии, которые очень энергоемкие. Все остальное меркнет перед этим. Все, что ты делаешь и выдаешь в внешний мир, оно тебе возвращается обратно. Если ты благодаришь людей, если ты любишь людей, то эта любовь, она будет взаимна, и ты будешь питаться позитивной энергией. Очень долгое время вообще человечество питалось негативной энергией, страхом, злостью, ненавистью, завистью, то сейчас мир переходит более на благодарность, любовь и созидание. И поэтому очень многие люди, им сложно перестроиться. Мир другой, они все хотят старыми паттернами зарабатывать и жить как. И будут счастливы те, кто вовремя перестроится, своевременно. Это значит, что ты перестаешь жить на низких вибрациях, на низких частотах, ты перестаешь питаться завистью, перестаешь хайповать, ты перестаешь вызывать агрессию, ты перестаешь провоцировать людей на зависть, злость, там, вот на все негативные эмоции. Почему? Потому что это люди-вампиры, и этой энергией они питаются. Что это значит? Ты мне звонишь, я тебе говорю, вот, у меня там такое на работе случилось, и ты такая, или такой, да, конечно, я тебя понимаю, а у меня, прикинь, вот так. И одна новость хуже другой. Все, ты попал в колесо вот этого, и ты жрешь только негативную энергию. Но есть позитивные энергии, когда я тебе могу позвонить, сказать, ты знаешь, у меня столько хорошего случилось, и ты начинаешь опять позитивную энергию выдавать, и наша позитивная энергия, она усиливается. То есть как можно усилить негативную энергию, точно так же можно усилить позитивную энергию. Но на позитивной энергии жить намного сложнее, потому что мы еще не привыкли. Как только ты к этому привыкнешь, все, никто не выберет потом опять жрать говняную энергию. Когда ты будешь говорить о позитивных своих изменениях, и человек, если негативный, он будет тебе завидовать. Почему? Потому что очень сложно пережить успех близкого человека. Если ты туда закинул, и он такой позавидовал и схавал, то у тебя будет энергетический спад. При этом очень важно делиться с позитивной энергией с позитивными людьми. А с негативными лучше не сталкиваться, потому что вряд ли ты его изменишь, но сам испачкаешься точно. Во-первых, очень важно научиться перестраиваться с негатива на позитив. Первое, начинать день с музыки или с танца. Ты выбираешь позитивную песню с жизнеутверждающими строками и начинаешь просто каждое утро под нее танцевать. 3-5 минут вот так. Второе, ты можешь слушать аффирмации позитивные. Все это достаточно для того, чтобы начать думать иначе. Примерно аффирмации срабатывают на 21 день, ты начинаешь этим звучать. Сначала аффирмации ты не принимаешь, думаешь, да ты что, гонишь, жизнь же говно, а ты мне тут там лютики-цветочки. Потом тебя это начинает раздражать. Потом у тебя появляется равнодушие. И на 21 день ты начинаешь этим звучать. Очень важно делать это упражнение хотя бы дней 40, чтобы это вбилось в костный мозг. У каждого человека свое эталонное энергетическое состояние, то есть у каждого есть своя емкость энергетическая. И зависит от того, как ты будешь ее тратить. Ты можешь сжечь ее в начале жизни, можешь протянуть ее на всю жизнь. Как лучше, я не знаю. Есть люди, у которых профицит энергии, они вот всю жизнь активные, они все чего-то достигают, бегут, и на всех их хватает. А есть люди, которые, знаете, в телефоне есть такой энергосберегающий режим, он живой, но черно-белый, грустно, пасмурно все у него. Но зато он проживет 100 лет, а этот проживет там за 40 лет и сгорит. То есть выбор только за тобой. Ну вот вообще в целом профицит энергии где-то до 30 лет в среднем. Возьмем возрастные какие-то категории. И в какой бы стадии ты ни находился, до 30 лет ты не думаешь ни о здоровье, ни о деньгах. Ну в принципе. Ты по снегу ходишь, там снег тает. В 40 лет заканчивается гарантийный срок обслуживания тела. Кто бы сейчас ничего не говорил, старость это. Откуда берется кризис среднего возраста? У Оши я прочитал, в 40 лет, говорит, ты учился выживать, но тебя еще никто не готовил к смерти. И вот этот 40-летний период, заканчивается срок эксплуатации тела, гарантийный срок, и теперь тебе нужно его поддержать. Ты мог начать заботиться о своем теле в 35, но так практически никто не делает, кроме спортсменов, и то спортсмены себя убивают в спорте. А в 40 лет ты как будто, знаете, как в стену так, и все меняется, меняются цели,
меняется энергетика. И задача человека, который уже 40+, то, чтобы в энергосберегающий режим, но уже не прям ржать, а улыбаться, да? И потихоньку дотлеть там до 90 лет. Опять же, для того, чтобы прожить дольше, у тебя должен быть заряд в будущем быть. Это что значит? Это все твои планы и задачи должны быть за горизонтом твоей жизни. Если у тебя это будет, ты проживешь дольше. Если есть люди, которые, ну все, я все достиг, мне этого хватает, можно умирать, и до свидания там в 55, в 50.